была последняя стадия онкологии. Онкология очень тяжелая, что от меня отказались врачи. Это было в прошлом году, мне давали неделю-полторы жизни. Кроме того, вот именно про этот препарат хочу сказать. Когда проводили первую химию, химия была очень тяжелая. Сахар подпрыгнул на 22,5. Меня потом спрашивают, а вам какую-то терапию в связи с этим проводили? У меня давление зашкаливало 220 на 113, это во время химии. Вот сахар был конкретно 22,5. Потом, значит, что в итоге после этой химии? Почки, ну, посадила все, и почки, и печень, и так далее, и так далее, и так далее. Все это яды, все это очень токсично. Почки не успевали выводить, креатинин зашкаливал. И, значит, что выяснилось? Когда меня посадили на противодиабетические препараты, думаю, почему же у меня креатинин такой зашкаливает? Вот креатинин просто зашкаливает. Он у меня дошел до 256, креатинин. Стала читать про те препараты, которые мне выписывались. Они очень здорово влияли на поднятие этого креатинина. То есть я бы почки вот этими лекарствами не вылечила бы. Поэтому мне пришлось от всего отказаться. После того, как я уже стала пить магний водород, я пью с 1 февраля этого года. Какое-то время я вообще ничего не пила, я всех лекарств просто отказалась. Там у меня был миллион просто, у меня день начинался вот с этого, потому что у меня ничего не работало, ни кишечник, ни желудок, ничего не работало. Я просто отказалась от всех лекарств и решила для себя, что вот этого вот я больше ничего пить не буду, просто не буду. Хочу же сказать про этот препарат. Стала пить с 1 марта и что в результате? Вот. Больше ничего не принимаю от диабета. Вообще ничего. Сахар, 7, 6, 7. Совсем справляется наша продукция. Совсем. Вот. H2, да, замечательный препарат, магний водород. Вот это я пью. Когда у меня пошли реакции на суставы, я добавила наш Артравайн. Да, вот я добавила наши вот растения по суставам. Вот. Но факт тот, что я 9 месяцев была прикована в постели, сейчас я хожу, я езжу, я встречаюсь с людьми, я приехала в Москву, первый раз я выбралась в Москву, это через полтора месяца, наверное, после приема H2, то есть не ходила вообще, кроме того, что вот основной болячки, у меня были метастазы в лимфоузлах, у меня были метастазы в легких и у меня были метастазы в костях. Через месяц у меня стали восстанавливаться кости, у меня выворачивало вот так, просто крутило, выворачивало, я ходить не могла, но я ходила. Что интересно, тогда я добавила еще вот через месяц для суставов, помощь своим суставам, потому что связалась со своим эндокринологом, она тоже в нашей команде сейчас. Она говорит, Оля, говорит, у тебя очистилась печень, у тебя очистились почки на H2, это вот за месяц. У тебя стала работать щитовидная железа, это вот мне эндокринолог сказала с научной точки зрения. И говорит, если сейчас у тебя щитовидная железа, то у тебя кальций выводился из организма, он у тебя не усваивался. То есть сколько бы там творога, молока, мы же знаем, да? Мы же все знаем, все читаем, что надо пить, что надо есть. Кальций не усваивался. Все это было на ветер. И вот когда восстановила железу свою, да, щитовидку, у меня кальций стал именно перераспределяться в организме, куда надо. И он у меня пошел в кости, и стали восстанавливаться кости. И вот благодаря этому я и стала ходить.